Нет, отсюда, здесь же свет. Да, да, конечно. Для ребят стараюсь, готовлю с утра до вечера. Для ребяточек моих. А эти неблагодарные говнюки, они знают, что говорят мне? Миша, нам душно, слишком дымно. Сделай прохладнее. Какого хера, я стою здесь, я руки себе все смазолил. Я стою, пеку хлеба для этих людей. Потому что я хочу хлеба. У меня даже нету скалки, я бутылки. Иисус, я, да. Я одновременно обухиваю и покатываю. И эти неблагодарные. Давайте с одним неблагодарным поговорим. А, может, нельзя показывать. Ну скажите, что вам, душно, да? Плохо мне. Вот, пожалуйста. Вот и вся благодарность, поэтому помните. Нарожайте. Хлеб я не ем, только с чиа. Нарожаете детей, учеников себе наплодите, они будут срать вам в душу. Срать говёшками вот такенными. Огромным дерьмом. Кидать вас. И кидать вас, и потом это все. Ирина, а скажи, там Глинтвейн уже доварился, по-моему. Он прям варится очень интенсивно.